О прошлом, настоящем и будущем сенатор Владимир Киселев встретился с учащимися высших учебных заведений областной столицы. Прошла встреча в формате диалога. Тем обсудить успели немало. Ребята интересовало мнение сенатора о текущей ситуации в стране, сценариях дальнейшего развития. А еще много говорили о возможностях, которые сегодня есть у молодежи для самореализации. Действительно, с молодежью всегда встречаться интересно. Молодежь – это совершенно особая категория наших граждан. Ребята, которые нацелены на позитив, нацелены на развитие себя как личности, нацелены на развитие нашей страны, Владимирской области. И, конечно, безусловно, сегодня вот об этом и говорили.